Эта хрупкая, скромная и обаятельная девушка, в прошлом специалист в сфере менеджмента, теперь жмет 65 кило от груди и учит мужчин держать штангу. В 5 лет родители отдали Ксюшу в спортивную акробатику. Целых 12 лет, выступая в тройке, она держала на себе еще двух гимнасток. Детство кончилось, и хобби стало профессией. Только вот теперь на девушку-тренера надеются уже не двое, а десятки спортсменов. Первое, наверное, и самое сложное – это переубедить их правильно кушать и что тренировки – это только им на пользу. Все немножко ленятся, все устают, без этого никуда. Сегодня, в день, когда можно есть все, что хочется, тренирует и тренируется особенно тщательно. Закаленная спортом, она не делает поблажек ни себе, ни своим подопечным. Давай. Говорит, еда не должна превращаться в культ. Если хочешь быть здоровым и красивым, позволять себе вредную пищу можно нечасто. Праздник, день рождения, Новый год, 8 марта для девочек, 23 февраля для мужчин, так скажем. Вот. Ну и вообще, если хочешь вкусняшку, то оставь ее на утро. Запрещать себе все нельзя, просто можно приучить себя к тому, что каждая сладость чем-то заменяется. Например, съесть не сникерс, съесть сухофрукты. Это будет намного полезнее организму, чем минутное удовольствие и потом неделю сгонять это в зале. А вот соседи по тренировочному цеху и без праздника самое вкусное и калорийное из своего рациона не исключают. Обязательно позволяю. Каждый день себе позволяю что-то запрещенное. Но потом, конечно, приходится все отрабатывать. В повседневной жизни, если человек не готовится совсем уж жестко к соревнованиям, или там уж совсем пляжному сезону, то уж можно позволить себе сладко. Она смотрит, нет, поэтому не буду. Но когда тренер отойдет, они еще не раз вспомнят и о жареной картошке, и о пицце, и особенно о запретном сладком. Но вовремя остановятся и сделают еще подход. Ведь главное в этом деле не увлекаться и чувствовать свое тело. Все наши желания в еде – это результат наших пищевых привычек в течение жизни, которые сформировались. Конечно, если вы все время питаетесь фастфудом, и вам все время его хочется, то, наверное, это будет не совсем правильно есть его каждый день, да, и полезно в том числе. Но если иногда вы все-таки придерживаетесь правильного питания, и иногда вам захочется что-нибудь вредного, то можно себя побаловать. Специалисты предупреждают, отказывать себе во всех пищевых удовольствиях вредно для здоровья. Так что, если вы решили встречать этот праздник, то не забудьте, за все съеденное придется расплачиваться. Полина Ганичева, Георгий Иванов. День в событиях.